Повертаємось до студії. Готові вже говорити з нашим ринковим експертом з криптовалют. Андрій Макаров на сьогодні осяк. Доброе утро вам. Спасибо, что вы с нами. Итак, если говорим о криптовалюте, то на самом деле, что это такое и, скажем так, откуда она все-таки появляется? Более доступным языком, чтобы объяснить. Если доступным языком, это криптовалюта, это система платежная для микроплатежей. В обход банков децентрализованный распределенный реестр. Она построена на технологии блокчейн. Это такой математический дневник, в который нельзя ничего записать или удалить без ведома всех пользователей. То есть он обновляется на множестве компьютеров одновременно. То есть он не централизован, а распределен. То есть получается, никто не может там злоупотреблять каким-то своим положением, то есть все это вносится и все это открыто. Да, то есть даже создатель, то есть ну, никто не может внести изменения в систему без согласия больше 50% плюс один участников системы. А если мы говорим о криптовалюте, скажем так, золотым гарантом является все-таки биткоин на сегодняшний день. Это вот самая, скажем так, основная валюта. Если сравнивать с обычной валютой там в мире, то вот как доллар является каким-то гарантом, да, то также и биткоин. А если мы говорим об этой валюте, вот, например, один там из случаев, который был в сюжете ранее, парень начал заниматься там майнингом, да? Какие варианты есть еще получить, кроме майнинга, но опять-таки майнинг? Что для этого нужно обычному среднестатистическому николаевцу? Что для этого нужно, чтобы вот выработать такую валюту? Ну, давайте с самого начала. Самый простой способ получить биткоин – это купить его. Ну, то есть, как вот… Обменять. То есть, как вот купить доллары, да, то есть, так же самое и купить биткоины. То есть, если мы говорим о майнинге, то, ну, если у вас есть, допустим, 100 тысяч долларов, да, как там говорилось, миллион гривен, там, 50 тысяч или сколько, вы можете построить себе ферму, да, там, и как-то пытаться ее майнить. Но смысла сильного в этом нет, если у вас нет дешевого электричества и так далее. Один биткоин по производству обходится приблизительно в 1000 долларов. То есть, ну, произвести один биткоин стоит вот таких вот денег. То есть, их можно, ну, то есть, купить, устроиться на работу, где платят биткоинами, да, как получить доллары, либо там купить доллары, либо устроиться на работу, где платят доллары. Ну, и так же самое и там есть биткоины. Какие-то там биткоин-краны, там еще прочее. Ну, то есть, основные моменты это взять вот обменять, либо отвод. Криптовалюта на самом деле существует уже более чем 5 лет, 8 где-то я даже находил такую 2008 цифру. 2008 года, да. Вот, то есть на самом деле очень давно, но вот бум произошел в Украине в последние полгода, год. Связан это с тем, что биткоин подскочил в 2 раза в цене, и все, скажем так, начали активно вырабатывать или получать его, или обменивать его в Украине. Насколько это, скажем так, настоящая валюта, сейчас объясню в свой вопрос, не является ли это какой-то пирамидой, как это было когда-то там МММ, когда все активно бросились, да, как это было там Форекс или другие какие-то биржи, которые тоже люди там теряли деньги. Как быть здесь с этой валютой? Реально ли она просуществует долгое время и, возможно, даже заменит обычную бумажную валюту? Или это просто, скажем так, дань моде, и через несколько лет это все исчезнет? Ну, такой момент, она появилась в 2008 году, в 8-9 годах, как ответ на ситуация, которая была в мире с финансовыми рынками, да, помните, был кризис ипотечный, когда вот недвижимость росла в цене, даже не скорее недвижимость, а закладные на недвижимость. То есть они подскакивали в цене, и потом внезапно пузырь лопнул, потому что они продавали закладные, по которым уже рассчитаться было невозможно. То есть, ну, и все, доверие к банкам, как бы, ну, банки, некоторые, да, банкротились, и правительство вместо того, чтобы спасать людей, спасало банки. То есть и у людей как бы доверие к банкам как бы пошатнулось. И вот на этом фоне появляется биткоин. То есть он появляется не просто так, это предшествует этому лет 20 работы. И те, кто его создал, они как бы стояли на плечах гигантов, они как бы не сами его сделали. То есть, ну, то есть там это очень много разных моментов, которые там были, очень много технологий, и создатели не так уж и много своего внесли. То есть они просто скомпоновали грамотно это все. Бум у нас в стране произошел не вот сейчас, а в 2013 году. Первое агентство по этому поводу. В 2013 году тоже был бум. Тоже биткоин стоил тогда там до 1000 долларов дошло, потом он обвалился до 200 и вот относительно ровно лежал до конца 2016 года. Вы сказали, он в 2 раза подскочил. Он подскочил с начала этого года
4,5 раза. Даже так. То есть да. Суммы на самом деле поражают. Для меня просто, если честно, является чем-то таким фантастическим, когда за одну единицу там, номинальную нужно заплатить там, 4-5 тысяч долларов. То есть это, скажем так, такой валюты, по сути, бумажной и нет в мире. Поэтому нет. На самом деле это, вот, это и настораживает. То есть может ли это быть на самом деле и не является все-таки это пузырем каким-то? Смотрите, если говорить о том, является ли это пузырем или нет, то ну, любой инвестиционный инструмент как бы, можно поделить на, ну, я считаю, на два, mm-hmm. на две категории. Либо пирамида, либо инструмент. То есть, ну, не в том плане, что мошеннические схемы или что-то еще. Пирамида. Пирамида – это, например, банк. То есть, когда у центральное ну, руководство знает mm-hmm. больше, чем остальные, и у них большая часть всего. Если какая-то штука происходит, низ теряет все, у верхушки остается. Да, вот mm-hmm. как вот с банками этими. Есть еще пузыри. Пузырь – это когда все равны. То есть, если все падает, как вот с ипотечным кризисом было, uh-huh. то все в проигрышной ситуации. То есть, биткоин, если в таком разряде, то это пузырь. Uh-huh. То есть, ну, если что-то случается с биткоином, теряют все. Uh-huh. Ну, то есть, если что-то… Нет, ну, то по сути, тех людей, которые контролируют этот процесс. Да, нет людей, которые могут там что-то… Но... Есть люди, которые uh-huh. могут подняться, но есть, которые опустить, но что-то так вот прямо изменить не могут. А есть еще одно такое понятие, как памп и дамп. Да. То есть, это когда вот эти киты, как их называют, да, в мире криптовалюты, соответственно, тоже манипулируют, скажем так, ценой в этой валюты. Потому что не только биткоин есть, а и альткоин, то есть альтернативы, да. как есть доллар, гривны, рубли да, и так да. далее, также и в цифровом мире. Если об этой технологии говорить, что это такое? Если мы говорим о дампе, то он есть в любом финансовом рынке. И это момент такой, что заходят какие-то киты, как вы сказали, ну, люди с большими деньгами, крупные игроки на рынок, накручивают цену актива, то есть люди, обычные пользователи, видят, что цена растет, заходят туда, и те резко обваливают цену, выходят, и люди остаются вот ни с чем. То есть он зашел там, когда оно стоило 1000 долларов, выходит, когда оно стоит там 100 долларов, допустим, и человек потерял там 90% своих денег. То есть, по сути, алгоритм, если мы вот берем этот алгоритм, то есть, да, например, создается какой-то альткоин специально для этого, да, люди вкладывают в него большие деньги, сразу же растет его цена, после этого обычный пользователь вкладывает там свои кровные небольшие деньги, а люди, которые потом просто эти монеты сливают на биржах, получают прибыль. Сколько да. этот процесс может, скажем так, длиться максимально, минимально, и были ли уже такие инциденты? Таких инцидентов куча, и такие моменты могут длиться сколько угодно. То есть здесь момент в том, что не нужно путать, собственно, сами альткоины с мошенническими mm-hmm. схемами. Мошеннические схемы могут быть где угодно. Можно там на недвижимость или на машину так же само, там какой-то бум с машинами сделать. То есть, никакой специфики нет. Ну, то есть, это просто рынок новый, его никто не контролирует. И здесь, как бы, правил свободных очень таких вот много. Есть еще, скажем так, вопрос, я думаю, у любого потребителя, если все-таки валюта есть, нужно ее же все-таки где-то тратить и как-то ее пользоваться ею. Есть ли возможность сейчас в Украине расплачиваться этими биткоинами, потому что вот в Америке, там, в Китае и так далее можно что угодно, даже там Microsoft, Dell, то есть мировые уже производители тоже принимают этой валютой за свою продукцию, как бы оплату. Есть ли в Украине возможность расплатиться и что можно купить? В Николаеве, возможно, какие-то терминалы либо в Украине есть ли уже? Ну, можно купить, вот я знаю, в Киеве можно в кафе купить кофе, например, или что-то еще, то есть за биткоины, если в этом есть необходимость. Но вот скорее преимущество вот криптовалюты в том, что она не контролируется банками. Угу. То есть, ну, и может быть и преимущество, и не преимущество. Ну, допустим, если вы живете вот в Украине, а у вас родственники, например, там в Польше, в России, в Иране, где угодно, ну, то есть, и у вас нет вот прямого доступа, да, там, передать финансы. Вы можете передать с помощью криптовалют, то есть, передать на любое расстояние любые суммы. То есть... если мы говорим, вот, да, приоритет банки и криптовалютная там биржа, либо вот сфера, да, криптовалютная, а если в банках это идет комиссия, как здесь? Там тоже есть комиссия, но разница в чем? Если в банке, вот я, допустим, передаю деньги вам, вы находитесь в другой стране, либо просто, то я даю их в банк, банк передает их вам. То uh-huh. есть пока деньги не у вас, они у банка. Я должен как бы верить банку. То есть все основывается на доверии банка. То есть, ну там еще юридические документы и так далее. Но момент в том, что если банк лопнул, мне как бы такой момент. Если мы говорим о криптовалюте, я передаю деньги вам, и их подтверждают транзакцию. Uh-huh. Такой тайный кассир, то есть майнеры.
Но момент в том, что им не принадлежат деньги. То есть, по сути, если объяснять, скажем так, на пальцах, существует да. какое-то такое сообщество, то есть все люди, которые владеют этой криптовалютой, да, да. если, например, вы передаете мне деньги, то там 50% или 60% должны подтвердить эту транзакцию. Не, редко, сколько-то должно подтвердить. Там три подтверждения. Для, 3, за это взимают они какую-то комиссию? Да, взимают небольшую комиссию. Ага, так еще мы кормим еще кучу народа. Да, да, но тут момент в том, что есть бескомиссионные переводы, есть комиссионные переводы, то есть, ну, тут разная момент в том, что... Да, разная специфика. То есть, можно в комиссию больше поставить, быстрее переведут, то есть, и так Но далее. Плюс получается в том, что это мгновенно, и плюс Нет, такие... это не мгновенно. То есть, если говорить о биткоине, момент да. в том, что, допустим, люди говорят, там, купить кофе за биткоины. Ну, ты приходишь в ресторан, допустим, хочешь купить кофе. Ты садишься, пьешь кофе и расплачиваешься биткоином. И бывает, транзакция идет, там, 30 минут, допустим. Угу. Ну, бывает такое, когда, там, сеть перегружена или что. И, ну, насколько это удобно, да, купить кофе за 30 минут. Я думаю, проще все-таки гривнами рассчитаться. Да, вот момент в том, что но технологии идут к тому, чтобы больше как бы внедрять эти моменты, потому что система децентрализована, и здесь сложнее, как бы быстрее, оперативнее сделать, чем централизованная система. Но как бы не было, да, видим, есть и плюсы, есть и минусы. Самое главное, факт, который хотелось бы донести всем, что появилась такая вот криптовалюта, скажем так, в активном обиходе. Уже в Украине также появляются терминалы, где можно обменять эти биткоины на обычную валюту, бумажную. Ну и как по мне, то, наверное, самое вообще на сегодняшний момент проще, если есть желание вложить в что-то, да, и долгое время не трогать эти деньги, наверное, лучше это сделать с криптовалютой. Ну, тут такой момент, что... Можно это сделать, но нужно быть очень осторожным. Если вы не разбираетесь, то лучше сразу изучить вопрос. Если вам кто-то советует, то самому все равно изучить все плюсы, все за, все минусы, все мнения, собрать максимум информации. Потому что, ну, так же самое можно купить золото, да, допустим. Ну, и не рисковать. И не заработать на этом даже можно. Ну, то есть, ну, если не разбираешься, как, что, когда, можно купить золото дороже, продать дешевле и как бы тоже не быть в плюсе. То есть, нужно разбираться в этом моменте, как это все работает и... Что делать с этим? То есть, если мы говорим о криптовалютах, здесь так же самое. Ну, вот есть один момент по поводу криптовалют, который хотелось бы отметить. Если обычные валюты, да, то есть фиатные их называют, которые подтвержденные государством, там гривны, доллары, иены и так далее, цена почему такая? Их выпускает государство неконтролируемо. То есть, ну, мы государство не контролируем, да, то есть, и мы не можем узнать, сколько напечатано там гривен. То есть, и происходит инфляция, да, то есть, когда деньги... обесцениваются, то в криптовалютах такого нет. Большая часть криптовалют, у них определенный алгоритм. Биткоинов 21 миллион, лайткоинов 54, ну и так далее и тому подобное. То есть, и больше их, уже, скажем так, выработать нереально. Ну, то есть нельзя, то есть это вот предел, да. То есть, и происходит дефляция, то есть когда все хотят... То есть биткоин делится на одну в минус восьмой степени, то есть сатоши, самая маленькая часть. То есть можно его делить, там, то есть одна миллионная часть там, биткоина у вас будет. То есть ну, они будут делиться и то есть, их передавать. Там, то есть, это не значит, что 21 миллион человек будет иметь в одном биткоине. То есть может там пол биткоина, треть биткоина и так далее. То есть момент в том, что ограниченное количество. То есть как золото, да, допустим. Золото нельзя бесконечно напечатать, потому что ресурс ограниченный. Здесь так же самое. Ну, друзья, вот так, на самом деле, тема интересная, но запутанная, потому что очень много всего, и нужно разбираться все-таки в этих всех технологиях. А в Николаеве, я так понимаю, что уже даже есть определенные, скажем так, группы людей, которые и обучают заинтересованных этому. Да, вот мы создаем такое сообщество, криптоклуб, как бы с целью образования. То есть мы сами, я в том числе, мы, ну, каждый человек, который вот в этой сфере, он учится. Мы все учимся, собираем новую информацию в этом плане, то есть обмениваемся информацией. Мы приглашаем специалистов, вот у нас был по блокчейн лекция, будет по юридической стороне вопроса, будут специалисты из Киева, по лидерству Украины. Украина в топ-10 стран по криптовалютам входит, потому что у нас очень много терминалов, за которые можно купить, проектов, которые у нас даже государственный аукцион. Конфискованное имущество переводится на блокчейн, то есть на эту цифровую технологию. То есть наша страна, как ни странно, старается... В этом плане развивается. Да, и может быть нашим хорошим шансом для стимула и роста, ну, вперед. То есть мы стараемся вот стать таким очагом вот в этого Николаеве, момента. Да, в Николаеве, потому что Украине. Это как бы, как сказал один писатель-фантаст, будущее наступило уже, только оно неравномерно распределено. То есть наша задача как бы сделать так, чтобы оно было... Сконцентрировано именно здесь. Ну, в том числе. То есть, потому что там, где есть сообщество, там и проявляются какие-то моменты.
Вот так, друзья, ну что ж, если заинтересовалась тема, можете, соответственно, тоже присоединяться к сообществу, развиваться в теме криптовалют. Вам спасибо большое за то, что сегодня к нам прийшли в студію. Друзі, ще будемо спілкуватися на ці теми. Я думаю, що це не остання наша зустріч стосовно криптовалют, тому що весь світ зараз шумить на цю тему.